Всем привет, друзья! Вы на канале Free2Play Games, у меня Михаил, там игра Magnum Quest. И сегодня видео, поделюсь с вами впечатлениями первыми о новом событии Война Гильдий. Посмотрим, что это за событие, как-то оно поменяет динамику игры, будет интересным, или опять это очередной эпик фейл от разработчиков. Если вам нравятся такие видео, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку, друзья. Погнали. Итак, друзья, у нас сегодня, по идее, начались бои. Перед этим у нас вчера была регистрация. На регистрации мы выставляли просто свою армию на защиту. Вот в этом окошечке. Ставили свою армию на защиту, и на этом все заканчивалось. Мы зарегистрировались. Дальше глава гильдии расставлял первые там 4 или 5 игроков, которых считал нужных, самых сильных. А от нас больше ничего не зависело. Сегодня, по идее, должен был начаться раунд битвы. Но с утра нас встретила замечательная балалайка, когда вообще невозможно было ни на кого напасть. Прошло вот какое-то обновление. И давайте, друзья, смотреть, теперь появилась эта возможность или нет. Ну, вроде вот появилась, да? Бросить вызов теперь можно. Разница у нас, по идее, 163, по идее, это наши очки. 234, Departed. Ну, посильнее, чем мы. У меня БМ-12. Ну, давайте 12 и будем бить. Это будет логично. Так, опять выставляем. Опять выставляем мы нашу топ-команду. Так, попробуем. Попробуем такой командой, как обычно я бью. Но вот Дерла меня смущает. Дерла может мне хорошенько навалять. Попробуем эту карту новую. Контратака. Контратака. Абсолютный навык может связывание. И что у нас еще остается? Остается избыток щита. А это что? Уклон? Нет, уклон. Что у нас тут еще? Такого интересного. Накопление защиты. Ну, давайте поставлю эту карту, избыток щита. Посмотрим, как пойдет. Хороший состав, хороший. Ну, давайте пробовать. Давайте пробовать, посмотрим. Пропускать не буду. Ну, получается, механика, друзья, довольно-таки, ну, обычная, простая. Мы поставили армию, прошла регистрация, теперь идут бои. Здесь мы можем выбрать, кого бить. И вот, собственно говоря, Дерла как только начала. Как только начала Дерла лупить, она мне наваляла. Вот тебе и прокачанная Дерла. Так, здесь я отгреб. Давайте пробовать следующего. Здесь какой-то странный состав. Ну, давайте попробуем. Ну, честно говоря, динамики особые как-то не чувствуются. Посмотрим на награды. Но награды как-то тоже, друзья, не сильно впечатлили. Тут вроде без проблем. Ну, я пропускаю, тут уже понятно, проблем никаких нету. Ну да, потихоньку мы очки набираем. Давайте кого-нибудь посильнее попробуем. Ну, тут 405 уровень, это, конечно, это я погорячился. 406 еще лучше. Ну, такая крепенькая гильдия. Гильдия крепенькая. Ну, давайте кого-то тогда пониже. Давайте, например, этих. Ну, в общем, на этом от нас
больше ничего не зависит. Мы 3 раза друзья ударили, на этом все закончилось. Награды нам предлагают такие, что здесь в сундуке, огоньки для прокачки шмота, итемки для прокачки шмота и значки. Значков и так девать некуда. Ну не знаю, друзья. Как-то меня вообще, честно говоря, не впечатляет. Ну, очередное просто событие, где поклацал, ну, кто сильнее, тот и победил. Ну, по крайней мере, друзья, это мое первое впечатление. Ничего такого прям захватывающего я здесь не увидел. Вот эти лаги постоянные, невозможность... Сразу было сегодня невозможность ударить. После обновления, друзья, опять с 6-го раза только получилось зайти. Не знаю, опять разработчики как-то относятся поверхностно. Как будто у них этот проект на каких-то задворках, знаете, как по остаточному принципу. Почему у меня такое первое мнение, друзья, может, дальше как-то больше разберусь, интереснее как-то пойдет, но первое впечатление не очень. Делитесь своим впечатлением, друзья, как у вас восприятие этого события, как вам вообще вроде после обновы еще какое-то новое у нас там событие вроде начнется, тоже посмотрим. Надеюсь, видео вам понравилось, друзья. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, друзья. До новых встреч!